Новый корпус психоневрологического интерната открыт в Борском районе. 200 дополнительных мест размещены в здании бывшего санатория. Новый корпус оснащен не только медицинским оборудованием последнего поколения, но и всем необходимым для творческой самореализации и социальной реабилитации клиентов. Кстати, многим из них здание санатория давно знакомо по специализированным творческим конкурсам, поэтому клиенты здесь сразу почувствовали себя комфортно и уютно. Мы очень прям благодарны, что вот будем жить как бы в мини-квартирах, душ рядом, все рядом прям. Не надо выходить в коридор. Нравится. Ремонт хороший сделали, понравилось. Тут все как это, дома. Рады и медики, ведь появилась дополнительная возможность оказывать подопечным более эффективную и квалифицированную помощь. Здесь гораздо больше помещения, больше кабинетов функциональных. Здесь и УЗИ, и большой просторный кабинет физио, значит, терапевтических манипуляций. Когда мы бывали в санатории, мы ездили с конкурсной программой, с концертной программой, и ребята говорят, а можно нам когда-нибудь пожить в таких условиях? Я говорю, ну, ребят, ну, тут ну, санаторные путевки вообще-то. Вот. И вот спустя всего несколько месяцев их желание исполнилось, их мечта сбылась, и они сами вот ходили сюда, смотрели, и они не верили. То есть вот так все здорово, все благодаря губернатору. Работу нового корпуса Борского психоневрологического интерната оценил глава региона. Валерий Шанцев на месте пообщался с персоналом. Досуг их развиваем, кому-то учим, кому-то помогаем дальше. Читают художественную литературу, собирают пазлы, рисуют. В общем, как можем, так и помогаем. Вот. На экскурсии возим их везде. Вот. Ну так, насыщенная жизнь у них, да? Конечно, конечно. Старайтесь, чтобы они не оставались один на один со своими мыслями трудными, да? Обязательно, конечно, Валерий Павлович. Да, самое главное, держать их в тонусе все время, потому что... Чтобы не обязательно были заняты. Это главное лечение. Кстати, с открытием нового корпуса Нижегородской области одной из первых в стране и на 2 года раньше поставленного срока выполнила поручение президента Владимира Путина о ликвидации очередности в психоневрологические интернаты. Проблема актуальна для всех субъектов страны, но Нижегородскому региону удалось добиться сокращения очереди вдвое. Открытие нового учреждения, оно почти на 200 мест, нам позволяет целиком закрыть потребность, которая на сегодня существует. На сегодняшний день у нас 189 человек ожидают получения места в аналогичном учреждениях. Область первая фактически в России с опережением графика в 2 года справляется с такой задачей, которую для региона поставил президент. Эта программа будет действовать, тем более, что сам губернатор объездил все наши интернаты в прошлом году, все сам проинспектировал, просмотрел, поэтому, естественно, дальнейшие обсуждения, перспектив, оно будет носить уже более профессиональный и глубокий смысл. Личный контроль главы региона в сфере здравоохранения дает конкретные результаты. Об этом в один голос говорят эксперты. За последние годы уровень медицинских услуг в Нижегородской области значительно вырос.